Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас тема «Будем мы лепить из пластилина окарину?». Я соединил два пластилина красного цвета. Теперь мне надо его тщательно размять. Когда он уже размятый, берем, делаем вот такую лепешку. Стараемся, чтобы все углы были ровные. Потом, когда уже сделал, берем палец, прикладываем и вместе совмещаем две стороны. Стараемся делать ее гладкой. Потом палец вытаскиваем. Вот у нас здесь она пустотелая получается внутри. Теперь это надо все нам зажать. Аккуратненько делаем, чтобы она со всех сторон была гладкой. Она у нас будет в форме птиц. Берем стек. Примерно так делаем. Теперь надо этот стек засунуть сюда внутрь. И постараться, чтобы когда утонет стек туда внутрь, когда он будет легко проходить, то значит мы добрались до самой середины. Вот здесь отступаем и делаем прорез. Вот, видите, она внутри пустотелая. Теперь дальше подправляем. Теперь берем, здесь загибаем. И вот эта часть должна у нас быть ровной. Как делаем, как свисток. Наш стек должен совпадать с этой частью. Так, вот что примерно у нас получилось. Вот здесь кончик совпадает с этим. Теперь ее проверяем, свистит она или нет. Ну все, звук получился. На следующем уроке мы будем придавать форму птицы этому изделию.